Саженцы черемухи обыкновенной сорта Альберти, Элбатии, Прунес Падес, выведена во Франции, названа в честь директора ботанического сада. Это листопадное дерево, высота которого достигает 800 сантиметров. Его крона ширококоническая, густая. У черемухи сорта Альберти зеленые яйцевидные листья. Дерево зацветает в мае белыми простыми цветами правильной формы, собранными в кисти, длина которых около 6-12 сантиметров. К середине лета происходит созревание съедобных плодов черного оттенка. Черемуха сорта Альберти – неприхотливое растение, которое славится своей зимостойкостью. Дерево светолюбиво, но может произрастать и в полутени. Отдает предпочтение умеренно влажному грунту. Черемуха обыкновенной Альберти – это дерево высотой 800 см с типом роста, среднерослый. Цветет растение в месяц май. Аромат у цветов сильный, приятный. Окраска цветка белый. Размер цветка этого прекрасного растения достигает соцветия до 12 см. Лист растения по форме яйцевидный. Летом листва зеленый. У растения нет шипов. Его плоды созревают в месяц июль-август. Важно, что черемуха обыкновенная Альберти пчелоопыляемый, обоеполый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.